Всем привет, ребята! И сегодня мы с вами будем собирать пенал в школу на понедельник. Мы с вами будем собирать вот такой вот новый пенал, которым я показывала в прошлом видео. Кто не смотрел, то посмотрите. Вот такой вот он красивый, переливается. Отложим пенал в сторону. Итак, первым делом я хочу взять простые карандаши. Ребята, я взяла простые карандаши, которые были рядом со мной, то есть которыми я сейчас пользуюсь. У меня вот тут есть новогодний, тут обычный, вот тут есть с ластиком еще. Я хочу взять один простой карандаш, которым я буду пользоваться, и один запасной. Я хочу взять вот такой вот новогодний. И давайте вот такой вот обычный. Вот так. Это нам не нужно. Теперь хочу выбрать ручку. Ручки, точнее. У меня тут два контейнера с ручками. Один с синими ручками, которыми можно пользоваться, а другой с цветными гелевыми ручками. Мне нужны и гелевые цветные, и обычные. Вы спросите, почему гелевые нужны цветные? Потому что мы, бывает, если какое-нибудь правило, например, записываем, надо обязательно это выделить ручкой, тему или еще что-то там выделять. Мы пока используем ручки. Итак, сначала хочу выбрать цветные. Цветные я использую совершенно разные. Так, вот это у меня уже закончилось, я надо выбрать. Я возьму, давайте, вот такую. Такой розовый с эффектом металлик. Я выбираю те, у которых много чернил, чтобы они надолго хватили. Вот еще зеленую можно. Давайте последний какой-нибудь, чтобы было видно, что выделяет. Давайте вот такую вот фиолетовую, тоже с эффектом металлик. На этом все. А теперь давайте выберем синюю ручку. У меня тут есть, если не считать обычные, ну, как вот эти. Я люблю не такие просто обычные нести, а какие-нибудь красивые, как, например, вот зайчика. Или вот, например, сламы. А еще мне недавно моя одноклассница подарила мне такую ручку. Подумайте, какая же это ручка? Это же из легкого пластилина сделан леденец. На самом деле, вот, смотрите. Открываем колпачок. И это ручка. Причем шариковая. Ей можно писать. Правда, не совсем удобно, потому что так неудобно будет держать. Ей буду пользоваться дома. Вот. Я возьму вот такую ручку. Писать ей буду. А запасная у меня будет вот такая вот. Ручками закончено. Я взяла вот такие две синие шариковые и три цветных гелевых. Выбираем точилки. У меня вот такой вот контейнер точилок. У меня тут есть вот такие вот большие, например, которые у меня не поместятся в этот пенал, наверное. Да, не поместятся. Вот такие вот еще есть. Такие. Ими я пользуюсь дома, потому что они большие и не уместятся в пенал. А беру я, например, как такие вот маленькие, ну, как-то вот сломанные. О, ребят, а почему бы мне не взять новую точилку, которую вы видели в прошлом видео? Она вот такая, кто не видел. В виде яблочка. Вот это вот тут точилка. Вот, точилка. Давайте посмотрим, тут есть мусор. Да, тут есть немного мусора. Сейчас вот мусор.
это контейнер. Это у меня мусор как делать? Вот, это еще и ластик. Но ластик я все равно выберу на всякий случай. Поэтому вот я беру. Ну а теперь выбираем ластики. Я возьму запасной, так как у меня уже вот этот есть. Я просто запасной возьму. Если вы давно смотрите мой канал, то вы, наверное, давно знаете, что у меня куча ластиков. Такой контейнер, но... Спросите, почему? Это разве много? Нет, у меня еще там практически все полки забиты ластиками. Просто я взяла вот эту баночку с ластиками, которыми я часто пользуюсь в школе. Там у меня такой большой выбор в школу ластиков. Они у меня все пахучие, все очень вкусно пахнут. Вообще, можно прям нюхаться. Мои одноклассники прям, как только увидят мои ластики, они сразу нюхают. Им прям так нравится. Я возьму вот такой ластик. Остальное мы складываем. Так, закрываем. Теперь будем выбирать линейки. Надо большие длинные такие, как, например, вот это до 30. Я их кладу отдельно в рюкзак, потому что они у меня в пенал не помещаются. Я кладу, которые... Если пенал большой, то я кладу до 20, а если маленький, тогда до 15. Вот, последний раз я носила такую линейку. Она как бы прозрачная, но если посмотреть на свет, она оранжевая. У меня, как видите, тоже большой выбор линеек. Даже я самодельную делала, которой я не пользуюсь, с картона. Я хочу попользоваться новой, которую я покупала в Ашане совсем недавно, которой даже еще ни один раз не пользовалась. Она вот такая с цветочками. Я не знаю, она поместится. О, ребята, она помещается. Я сейчас вот так вот померила. Я ее беру. А еще в школе нужен циркуль. Ну, мы редко, конечно, пользуемся, но нам говорят носить. А то вдруг в любой момент на математике мы будем чертить циркулем. Поэтому нам говорят всегда носить, и я буду его всегда носить. Даже в новом пенале. А теперь всю нашу канцелярию, которую мы выбрали, мы будем складывать вот этот классный пенал. Вот. Он красивый. Сначала положу линейку. Вот видите, она умещается сюда. Все остальное сейчас сложу. Ребят, это цветные карандаши. Я сложила уже в другой пенал, я вам потом покажу. Просто я однажды в один пенал засунула и цветные карандаши, и вот тут ручки, линейки, карандаши вот сложила. Это было потом так неудобно, когда, например, тебе нужна ручка, а ты везде, где цветные карандаши, ты там ковыряешься, уже сложить то, что тебе нужно для урока. Сложила. В принципе, я ничего не забыла. Видно. У меня даже не толстенький, нормальный. Тут, мне кажется, много вещей уместится. Такой классный. Мне нравится то, что он так вот. Там специальная жидкость. А цветные карандаши я уже сложила вот в этот пенал. Наше видео подходит к концу. Вот мы собрали наш пенал, который у меня новый-новый, который я купила еще вчера. И кому понравилось это видео, то ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик. Всем пока!